Здравствуйте, друзья! С вами Слава. Для измерения во время коронавируса содержания сахара в крови, которое поднимается, для пожилых людей, для самоконтроля измерения сахара в крови и для диабетиков второго типа я хочу представить глюкометр Longevita Smart. Это легкий компактный девайс, он даже подойдет для дальних поездок и путешествий. Его можно безопасно перевозить в жестком футляре из пластика, который идет в комплекте. Можно с легкостью даже поместить в карман. Измерение уровня глюкозы происходит под полным контролем устройства. Тест-полоска сама втягивает образец крови без болевых ощущений. Глюкометр Longevita Smart с электрохимическим методом измерения по своей форме и размерам похож на маркер. Вот видите, ставим рядом с маркером. Дизайн строгий, с минимальным количеством кнопок управления. Питание от батарейки. Вот открываю. Здесь у нас находится батарейка. Продолговатый жидкокристаллический дисплей контролирует пользователя и отображает все его действия на экране. Две кнопки управления помогают пользоваться глюкометром одной рукой. Многие функции устройство выполняет автоматически без вмешания человека. Тест производится в течение 5 секунд. Это вы увидите дальше. Прибор способен запомнить 300 измерений. Кодировка тест-полосок не требуется. Глюкометр сам произведет ее при первом включении. Ручка для прокалывания пальца. Тест полоски Longevita Smart номер 10. Вот они такие внутри. Тест полоски. Ланцеты одноразовые находятся здесь. Одноразовые ланцеты. Беру, показываю вам более подробно один из них. Ну и сам защитный бокс для глюкометра. Срок хранения тест-полосок составляет 18 месяцев. А теперь давайте проверим, как это работает. В прибор для забора крови вставляем иголку вот этой стороной сюда и откручиваем эту верхушку. Откручивали. И вот хорошо видим, что есть у нас вот такая иголочка. Закручиваем. И, как видите, есть 5 позиций. Я всегда выбираю среднюю. Потом берем, натягиваем вот так. И когда нужно приставить к пальцу, нажимаем на эту кнопочку. Итак, прокалываем палец. Сделано вот такое отверстие. Надавливаем. Берем смужку из вот такой коробочки. Вставляем в электронный прибор. Достаем электронный прибор. Вот сюда мы вставляем эту смужку. Вот видите. Должна появиться вот такая капелька. И тогда прикладываем сюда. И набираем кровь. Ставим прибор и смотрим. Норма. Прибор показал измерение. Хочу обратить ваше внимание на особенности и преимущества Longevita Smart. Компактный и простой в использовании. Недорогие и доступные по цене тест-полоски Longevita Smart.
Память рассчитана на 30 измерений. Для тестирования необходимо нанести на тест-полоску всего 1 микролитр образца крови. В глюкометр встроен цифровой термометр для изменения температуры окружающей среды, для того, чтобы тестирование проходило в доступном температурном диапазоне. Время измерения после нанесения крови на тест-полоску составляет всего 5 секунд. И очень важно, глюкометр Longevita Smart работает вместе только с тест-полосками Longevita Smart. Желаю всем быть здоровыми, не быть заложниками сахарного диабета. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.